В этом-то и прикол. Просто там кто-то в пачке сдох, непонятно от чего. И мы перестали так пробовать, мы ушли на той неделе, на позатой, получается. Потому что хилов надо немного Да. других. А на прошлой неделе я бегал, то есть это потеря ДПС, потеря на пула, плюс я сам себя стабильно Там скидываю агро всегда. У меня две кнопки на это. сердрушник не надо. А о чем мне с сердрушником делать? Вот я его уберу с рейда, и у меня еще ДПСеры на Саму замене сидят по сверху. 25 тысяч. Какую сову? Саму синты. Сколько он дает в сове? Но Че, все он так в другого сове не класса. дамажит? Это, Слава, уже другой вопрос. Нет ВХ, не дамажишь. Значит, бич. Да, в натуре. А, слышишь, Слава, надо будет помочь. Короче, после ульды. Я вот в ульде бью дворфов, они идут бесконечно с вышек, и я на одном разрушителе еду. Ну, патчи, давайте. А что, мы летим или что, Нужно куда? комплект танкам собирать, как он называется, ДД шмота такого, чтобы от их критов был такое количество агро, чтобы они за 20 секунд успевали добираться до второго места. Ну, тебе бы Другого еще выхода нету. пнемишку. Слышишь, тебе пнемишку еще плана взять стратегия. Кого плана? Пламя, пламя, тебе А, я скинь думал, сверху. типа план подкуриться. Тоже было бы неплохо, да? Сука, ебаный Пару бы кривой убил или пидор, нет? нахуй. Сука, Ну, мне говно, кажется, блядь. все-таки ну, на роботе в нашем случае нужно там 5-6 разбойников. Ну, у нас секунд Они уже сколько? каждые 20 секунд скидывают агро. Типа, у них есть сложный, типа. В следующий раз Не, пойдем. фишка в том, что второй танк в данных реалиях должен быть не мишка, по-любому. Там типа, ну, Ну, должен быть они или не могут по должен КД быть, по факту, напуливать. я Да и не. генерирую агро больше, чем Эвилаш и чем свой Это ДК. понятно, Слава, Это на но данный момент. это и все, что ты можешь дать мишке. Ну, больше, Ну, ну, если ничего не чтобы нам первый поделаешь. раз убить робота, типа нам получается нужен медведь. Если был просто офф-танк, тот же протопаладин, это тебе и массакрай, и сальва дополнительная. Чего, вела не ставим тогда танком в следующий раз? Блять, Надеюсь, ебаная посмотреть кривая заодно. хуйня, сука. Посмотреть, Почему чего этих вела не по пидоров так танкам. много Вот тут, нахуй? Мне просто рот я ебал. думаю, слышишь, было бы охуенно, Сука, если бы залупа ебаная, нахуй. вот это то, что они анонсировали, хотя бы на протика выкатили, блядь, на протопала. Просто берешь два куска Т4, два Т10, блядь, плюс две трынки на ДД, и было бы отлично. Но я как бы не склонен там мечтать о чем-то. Вот Ты будешь так начислять как здесь, как на фарме трэша? нет. Тут это как короче будет по факту, с тем и придется работать. А на данный момент я не Да знаю. понятно. А так тоже можно нафантазировать много. Ну Слава, что, в этот в танк залазить? то придет на РТ, тут и будет. Уже будем смотреть. Не знаю. Что, Юля не идет? Ну, Давай, естественно. она здесь. Юлечка, заходи. Как бы вам пачта залить сюда? Так, надо, наверное, колчедан разбить. Че, червяков уже давим этих?
Ибо я вчера начал квест этот делать на удочку. Это был пиздос. Короче, там, ну, третий, по-моему, по счету квест. Надо, короче, выловить часы в озере, блядь, в западных чумных землях. Короче, я их час ловил, блядь. Вот эту удочку делаешь, что ли? Так. Хз, такой всякой такой темой не на офис заниматься, мне кажется, так тупо. Какая разница? Ну, тупо, ты пройдешь потом в Геру и тупо не сможешь, блядь, одного босса призвать. Да. А с этого босса сейчас даже глядывать. Не, ну, это норм, но в плане, типа, вот, сидеть там, рыбу ловить, еще что-то. Всякие там достижения зарабатывать, какие-то оверкуты. Ты там не бей мобов, кто там? Хант? Езжай за мной. Не надо эту всю хуйню бить. Надо два моба убить в комнате с боссом, и тогда все это хуйня сывыйдется. Окей. Ебать, там за тобой просто пиз... Я не знаю, мы доедем? Ты просто едь, маленьких стреляй, и все. Тут круги починочные есть. На секундочку, этого же босса, блядь, вот этого краба, блядь, которого призывается с удочки, падает печать вечности для апа Т5. Печать титанов ты можешь иметь в виду? Печать вечности. Что за печать вечности? Раскрывает скрытый потенциал Т5. Это для улучшения Т5. Ты заебал, когда он сдохнет, этот пидор жирный, нахуй. В общем, половина. А, не переименовали? Была же печать титанов. Они что, дауны? Сейчас его жирного разобьем и... Двух жирных. Когда на круг заезжаешь, там смотри, еще КД на починку есть, оно минута. Сейчас вот она кончится. Будем их хеда бить. Когда на починку заезжаешь, еще колчина нарезается на фул. И вот этих жирных сейчас, которые два там стоят, их надо колчинаном закидывать. Только не кидай сразу. Вот пошли, все, похуй на мелочь. Вот этих вот. Одну башню ебануть? Не, я отключил башни. Сначала их сагрим, короче, а потом колчеданы настакаем. Ну окей, ты говори там, что делать-то. Так, откидывает раном. Вот теперь в одном месте они ходят, колчедан стакаем. За мной полный стак бежит. Все. И просто стаки поддерживай, все, они сейчас сольются быстро. Ёбаный свет, так мне надо было заехать, получается, на починку-то? Ну, надо было. Баштаб, когда сейчас, так. Когда они умрут... Слышишь, там же стаки босс. Колчедана висят определенное время, просто типа их обновлять. Всё. Не знаю, сколько они висят, их надо обновлять. Выходи, слезь с машины, выходи отсюда. Сейчас комната, выйдет босс, и все мобы свейдились. И появится. Что, выехать надо? Машины появятся, надо выехать с комнаты. Сейчас все машины сломаются. Вот они появились. Теперь можно сломать мобов, которые тут сагрились. Вот я, например, рывок сделал, что-то это не помогло нихуя. Вот разъебываешь его. Вон там еще один сагрился, какой-то петух. Какой-то электрошок, нахуй. 50 тысяч. Я имею в виду выброс колчедана, если ты в трофейке по КД. Да, ну там фишка в том, что ты когда 10 стаков на стак настакал, он максимальную дотку наносит урон, ну ты максимальную дотку. Это я понимаю. Если она слетит... Я имею в виду, вот, когда обновлять. Если она слетит, то будет, ну, обновлять,
Ну так, чтобы она не слетела. Ну на середине смысла нету, но если ты видишь, что дальше тебе... Короче, это все очень тяжело объяснять. Если тебе дальше надо ехать или поворачиваться от босса, то обновлять тогда, чтобы сделать так, чтобы дотка не спала. Если есть возможность обновлять, то ну за 3, за 5 секунд надо обновлять. Если ты на одной секунде будешь стараться обновлять, то ты ну залагнешь там или какое-то движение сделаешь я неправильно, понял, или промажешь. Слетит, и заново надо будет набивать. Да, проебешь полностью весь ДПС. Но это все актуально только для Геры. Сейчас мы в обычке, можно руками запиздить этого босса. Так. Это вот танк, да, вот этот, который стоит? Когда рейд не фул, и мы в обычной сложности, можно сесть в приоритете на разрушители. Их всего 5. Всех машин по 5. Сесть в разрушители. Вот нас, например, лока у нас нету. В инс никто не летит. Нужно, чтобы все, кто в инсе, сели на разрушитель. И можно стрелять. Отойду на пару минут. Разрушители это для колчатанов? Катапульты, да. Катапульты. А, ну последний хулидринг сидит. Так, если нету человека, который притягивает колчедан, можно самостоятельно пересесть, пострелять в летающую хуйню с колчеданом, потом пересесть обратно на место водителя, а нет, обратно на место ракетчика, нажать кнопку 3, притянуть колчедан на 2 штуки, потом сесть обратно на место, сесть обратно на место водителя. Убери подпись, что старт через полчаса. Уже, блядь, 35 прошло. Ну, он фокус в прогрессе сидит. Что? Ничего. Кто такой фокус? Отдай. Отдай. Машина угнали, блять, отдай. Вот 31к дает. С рука нах. Вот тебе и выводы делай. Кто же ходит с нами на РТ? Бичи. Да. Какой фокус? Который шаман? Да. Ну и какая разница тебе, что он там делает? Так, кто там призван? МВП Хант? Кто еще там? Заезжай сюда. В эту, в комнату. Там холидринг это шоу вроде сказал. Заезжайте, разрушители, сюда. Ну, он в разрушителе сидит как раз. А чё, ну, я так и буду без водителя сидеть? Надо на водителя место сесть. Садись на водителя. Я ж только что говорил. Если у тебя нету помощника, пересаживаешься на место помощника, стреляешь в бочки, собираешь бочки крюком, садишься на место водителя и играешь. А, типа, мне надо... Тебе надо делать и то. Нет, в разрушителе надо сидеть. Ладно, давайте убьем босса. Поддерживаем 10 стаков там. Колчедан только когда в ноль потратится, пересаживаемся и притягиваемся сами. А что в разрушителе второе место? Это какой-то... Ну это саппорт, тот, кто колчедан собирает. Брат механик. Давай на счет 3 раз. У меня просто типа кнопок 3. Тут нет. Стакаем. С колчедана начинаем. О, красавцы, блядь. Я поехали. Давай, блядь. Уезжай отсюда. А я съебал. Я что-то говорил, блядь, подождите 2 минуты, не, блядь. Да, сейчас он умрет уже через... Главное, поддерживайте 10 стаков. Сейчас 9 стаков, сейчас 10. Так, теперь быстро пересесть. Блядь, колчедан спиздили. Так, пересесть обратно.
Стрельнуть, блядь, скинулись стаки, да? А ну, нет, я успел обновить, я успел обновить. Все, а теперь, когда ты, получается, держишь 10, выстрелил один раз синим, два раза единичкой. Один раз синим, два раза единичкой, это будет максимальный дамаг. Вот сейчас босс уже умрет. Всего лишь 5 секунд осталось до его смерти. Ну, я так понимаю, в Гере он пиздецовый, да? Гере он вообще жопу отрывает. Ну да. У него гораздо больше урона и хп. Да, только теперь моб он пиздить нас идет. Теперь давайте дадим ему пизды. Всего 300 тонн. Так, если кому-то что-то надо с шмота, там трансмок или какая-то хуйня, там сразу говорите. У кольчужная башка есть? Нету. А что там, какой моб? Что-то не вижу. Какого моба? Уже убили. Он умер. Я бы какую-нибудь кожу хотел. Транс. Че интересует хиловская? Вот человек мне пишет фокус, вот этот, он мне пишет, го, возьми меня во льду, мне ничего не надо, говорит. Я ему пишу, нет, тебя тут хуесосят. Правильно я сделал. Я не хочу с ним типа играть, я просто замечу и все. Вот видишь, чтобы один человек был вреден, надо, чтобы другого в нем не было. Ты приходится делать выбор. Придет какой-нибудь челик. Заменяй меня, если хочешь. Слышишь, это вот тот фокус? Я не рвусь в льду. Выборы. Слава. Чё? Рейдеры, бич. Это вот тот фокус, который ты кикнул или что? Да. Извиняюсь. Я с ним тоже в рейд не пойду. Нахуй нужен такой красивый. Получается уже не один человек. Ты же не кикнешь 5 людей и не возьмешь одного. Антирейд фокуса. Он просто странный. И все. Он не странный, он кончик. Он дохуя ЧСВшный, блядь. Пошли, портанемся в... У нас умон кто-то он слетаем. Сыграем Ляночку. Так. Ну, мало того, что он типа ворвался, я думал, типа это какой-то там кореш вой, да? Он не кореш, он просто играет очень хорошо, но как человек такой себе. Ну вот примерно такие же все люди там во всяких ноумерси, прогрессах и так далее. Вот просто там фул быдло общения, зато типа там кто-то круто играет, все круто одеты. Ну вот и надо делать выбор для себя, что ну, тебе надо. Ну у меня не хватит психики в таком роде сегодня. Я когда ставил себе цель там ШМ собрать или Т5 на 2 спека, я просто пошел в быдло гильдию, ну, которая круто играет. Первый контент все закрывают. Нельзя применить к этой цели. Остров Кильдонас. Зато я оделся бисом, потом забил на игру. Вот. Лучше, конечно, сидеть в гильдии, где нормально люди общаются. Похуй, что там не убивают. Келли или Вайш. Я бы больше никогда не пошел в гильдию. Ну, прогресс. Я про то же, типа, ну, я захожу в игру, чтобы как-то, типа, развеяться как-то. Все. А не чтобы, типа, на лавочку присесть, семки пощелкать. Список ЧСВГ, да я даже не разбираюсь. No mercy. Ну, ЧСВ гильдии нет, просто есть люди какие-то, наверное, отдельные, которые создают такой образ, такое впечатление. Ну, у кого там Рэл, какой-то там вообще на сове, который играет, это No Mercy был? Да. Ну вот, No Mercy, наверное, все такие там. Портал гигантская кузня, идем на птицу, направо по лестнице вниз. Так. Дворфу жарить будем? Другой раз. Можешь офать войд. Кого офать? Стрим. Зачем?
плохо, что народ не хочет. Опять в ПС у тебя не будет. Самый хороший минус на самом деле. Че, самон есть? Есть. Самоните, будьте любезны. Че у нас в натуре 20 человек онлайн? Вот Фокс где? Оп, сюда. Причем, я думаю, там больше половины гильдии не захочет с фокусом играть. Да не, он слишком это на голову душит. Пизду его. Такс. Зайдет еще кто-то. Вот. У нас вон свои ДКшники есть, которые ебашат и типа ебало не открывают. Я, короче, там у меня каски стоят, не знаю, что бафайте там, что хотите. Думаю, разберетесь. Визибл что-то не суммонится. Став, как? Сначала я соберу буду, и настраивать буду потом. Может, следующий ВРТ. Там, потому что черт ногу сломит. Хиллбот, блин, я с ним 2010 года, мне какая-то комфортно. Это понятно. Не, ну если в хиллботе. Ну, если тебе комфортно, то играй в хиллботе. Главное, чтобы ты, ну, обладал. Ждите ответа. Ну, визибл, что там? Ну, фига просто. Я, мне кажется, просто ДБМ буду отключать нахуй. Потому что фигню показывают. Отойдите, там моб стоит в него. ДБМ просто обнови. Будет все нормально. Отъедьте. Рога, отъедьте. А, блять, где там этот моб нахуй? Престабаф и лапку обновите. Рога и Шидорка, ты тут? А вот. А с ним надо было попиздеть. А на ней чё, типа мобов пиздим, там чинятся пушки, да? Чинятся пушки, стреляешь из-за гарпунов, 4 раза выстрелил, она приземляется. Пиздишь её. А, ну там вон эти карлики работают, всё в порядке. Не. Ну, 3 пачки трэша обычно. Третья пачка выходит, и четвертая пушка доделается. Да, я запущу. А, не, я ничего нажимать не буду тут. Я тут первый раз. Босс таргет не состоит в вашей группе. Что это такое, да? Все, сейчас она дочинится, последняя. Надо будет, слышишь, помощь потом. А что ты хочешь? Там по фастику 3 РБКхи пробежать для удочки. Ну пойдем, сходим потом. Там квест прям какой-то. Ну там, может, короче, ингредиенты. Не, там определенно, понял. Ингредиенты выбиваешь для удочки РБК. 2 старых и 1 новых. Мы ее, то есть, прям бурстим, да? Вот она, типа, сейчас съебется скоро. Да, да. Посадить, она не взлетит. Если не успеть, она поднимется обратно и по новой. С 50. 13 секунд сидит. Завести, чтобы... А переводится на полтиннике ж, по-моему. Да. Что, дайте геру. Нет, не надо.
Она сейчас дыхнула, здесь чипка, чтобы подвести маленьких дворков под нее, подбить до там 10%. Ты хочешь ночиву сделать? Не, давайте не будем это, давайте... Сегодня никто не делает ночиву. Да, нет, мы изучаем, я вот тут первый раз вообще. Я потом ночиву сделать. Я помню, один этих дворков ебучих жарил. А 25 штук надо их собрать еще. Не обязательно 25. Ну, от дыхания 25 должно сдохнуть уже. Нет. Не одновременно, вообще по жизни. Называется это накопительное ачиво. Ты можешь одного сжечь сегодня, одного через неделю, а 23 на следующем КД за несколько трая. А, за несколько КД можно? Накопительное. На накопительное. Я понял. Таким уроном вы будете убивать быстрее, чем надо. Ой, ебаный в рот, что это за хуйня? А вот то, что она дыхнула, это я еблан, да? То есть я то, что на меду стоял, мне надо было сбоку от нее стоять, я так понимаю, да? Наверное. Просто она мне на 22 тысячи хракнула. Ой, а берса есть. Надо до берсы успеть. Ой, ебать, я что, сдох, что ли? Да. Эх, и как я сдох? Я нажму, нажму четвертый. Иди, ебаш. Теперь можно Геру, теперь точно успеем. А теперь по кругу ее водить. Да, ее водить, она потухла уже. Не, ну надо, чтобы привыкали. А по кругу для чего ее водить? Чтобы она не дышала? Не запаривайся. Это не для того гира. Это для слабого гира. Когда у танков по 40. Можно ебуху на транс. А, ты хочешь, да? Ну ладно, сердечки. Это круто выглядит. Да, я просто с динамитом с таким. Дай мне одни глечи. Как это успел? Это как из людей в черном пушка, понял? Вторые. Нет, маленькая. Вторые надо кому-то. Да, на транс нужно. Спасибо. По одному боссу. Голему. Третью кто-то поставьте, у кого-то вторая. Второй бежит. Вообще типа сюда надо хотя бы, не знаю, один раз за два КД ходить, чтобы просто люди, которые тут типа были давно или не были, вообще осваивали. Потому что... Я вообще не был. Ну, потом через там будет ульда гир. Конечно. Я правильно понимаю? Ну, да. Надо ходить. Там, причем там будет лут просто реальный. Все то же самое, что и в обычке, только там урона. И урона будет. Да, только все сильнее и жирнее. Да. Нет, да надо ходить. Ладно, ответственного дай. Че там что-то выпало? Зелимся. Там станом надо сбивать мобам это. Да. Как он называется? Ну там вихрь будет, короче, он кастовать. Это лемо вот эти, да? Да, да, да.
Причем по одному желательно. Вон, тащите этого за жопу сюда. Первый я собью, сейчас ничего не делайте. О, тут это жаркое пламя надо сбивать. Следующий сами собьете, станом там ничем. Ну, он станется, кикается. Станется, что-то еще там делается с ним. Или притяжешь быстро. Откидывал, как раз быстрый, да. Я сбил. Сейчас сами там говорите, кто голос. Там у Фамазека остался. Я застанил. Это разовая акция. У меня еще 3 секунды, когда. Ты блодника давай в этого, в ТДшника сейчас мобов добьем. Ну или. Вот что бывает, когда. Я понял. Я нахуй понял. Давай. Так это один моб. До вечера. Он меня чуть не перевернул. Прикинь, что в Гере будет. Это один моб. А если на двух спулить, прикиньте, что будет. Сбивайте, давайте нахуй там. Следующий я собью. Давай, после тебя я. Скорее всего, уже следующий моб будет. У вас КД есть на станы вообще? Есть. Ну, минута целая. Нифига себе. Я вот это я собью. Волшебный поток еще есть. Понял, холи дринк, да, сбил? Поток, да, да, по-моему, поток, по-моему, не работает. Сало не работает. Сбил сейчас. Работает сало? Угу. Заебись. Ну все, вот эти 4 моба лучше под жопой у них стоять и по агро смотреть. Они перед собой фронталку имеют, ну и чаржатся. Если далеко стоять, они могут чаржиться. А салом сбивается что-то хуйня? Ну только что сбивали. Ну потоком сбилось. Ебать, протопалу вообще будет охуенно танчить мобу. 3 секунды сала. Уже стрелка 3 секунды, когда будет 105. Поближе стань, чтобы моб не возвращался. А, он долго. Это, короче, бегает, да? И не чаржится. Я понял. Там видел уже, что это Ваня вчера сделал. Ну, для продажи канала. Да, он канал сделал заебатый. Прям. Просто хуярим, как манекен этого босса. Да, его в воду ставить надо. Перед мордой не стоим. В луже не стоим. А у нас один танк, там же шмобы еще будут. А ну, на Юлю, на пуле. Там будет людей брать по очереди в ковш. Просто захиливать надо. А, да, прохиливаю. Вот взял хэпала, а я его захиливаю. А, еще на косте надо будет стопать каст. Вот на вот этом стопается каст. Вроде бы. Да, вот на нем. А, на нем. Если не стопнул, сало ловишь. Опять. Хэпала. На мобов похуй, пускай они там где хотят стоят. Вообще можно себя хилить, можно прожимашки прожимать. Да, всякое. Там да? Можно, да, все. Не уло. Нихуя он плебей, блядь, просто побежал, схватил. Okay. Горшочек не вари. Вот спасибо, а, тварь. Обращайся. А хорош, давай отпускай, дай по ДПС. Ну сбивается, блядь. Некоторые люди умоляли его, чтобы он взял в ковш для ачивки. Для ачивки. Да, ачивка. Стояли здесь, тупили на нем часами, чтоб он всех подряд брал. Кого взял, убегал ко входу. Прикольно было. А типа там он не схватит, если возле входа стоять?
Нет, там радиус есть. То есть тебя схватили, ты убежал. Все, пацаны стоят на тебе. В определенном это РНЖ. Как здесь, не знаю, на циркуле было так. Ракшейн, да, это говорит, да? Пиздец, блин. Я понял. А он. Я пойду, короче, кофе попью. Нахуй. Выше вероятность, когда ДПС первый, ну, по первому месту ДПС, там, или по угрозе он смотрит. Он чаще берет. Это визимо, хулидринг. Остальных пореже. Стопайте каст. Ну, всё. Я как бы. Опа, чё это? Нихуя, скипетр прикольный. Дайте мне одну дубину такую. И посохи тоже прикольные. Кому посох? Космический. Ханту. А, ну вон магу отдай, ладно. Сейчас передам. Потом на трансможитесь, будете пугом рассказывать. Я, бля, в льду ходил, нахуй. Тактику знаю, нахуй. 25. А, слышишь, тебе надо на друида, знаешь, какой-нибудь делать? Ты могущий. Не, в Гейре тут вообще мощный шмот. У Хэмки, что? Кстати, Трейку с интеллектом, да, да. Она, по-моему, с Алгалона падает. Без рука в Хэмке, Бим? Ну, я думаю, не сможем. Чего? Если в ДД спекнуться, может, и сможем. Не знаю, не уверен. Сначала типа, надо... людей мало? Ну, да. Техники, они кастуют купол. Нужно сбить этот каст станом или еще чем-то. Давайте. Я собью кружку, вы звезде сбейте. Я звезде попробую сбить. Так, кружок пока не пошел, нормально. Все, вот кружок пошел. Готовлюсь сбить. Все, сбил, нормально. Слышь, так быстро лобов? Дай ты снимал. Так, что у меня там? Что, не собирается? Руда и зелень соберу. Добычатор, ёб твою голову. Пава. Или прогном? Сами собьете ему там каст. Я второму технику собью. А, нет, у меня КД, ну, сейчас купол будет. Вот кто-то сбил. Нормально. Да, из купола просто вывесить, да и все. Кого? Я говорю, из купола мобов потом выводишь, и все. Я не про это, что, почему? Ну, это, видишь, плохим детям, как обычно, подарки разносят. Чё это, блядь, за хейт? Это называется кринж. Там что-то там плюсует никто. Не хотят помогать. Так, кто у нас там? Эдфокс. А, секунду, шо? Здорово. Катрисия вон сидит. Здоровее и далее. Так, ну я написал ему. Гороту просто балласт, не ходит никуда. Сейчас вот этим апостолом магу напишем. Гороту. Потому что это фрик. Это кто вообще? Кэрать. Кэрать? Кореш бана. Лошара чисто. Ну и Заханыч там еще каких-то чулов, которые зашли в гильдии. Да, там своя микропачка была, называлась Голубой огонек. Микропенс. Все, первого в Хэмкиш убивали. Давайте физрука тоже в Гере. Это надо ДПС побольше. Синтека забирайте. Синтек. Побольше хила, побольше ДПС. Не спекаться в ДД, наверное, надо.
Или это, давай ультрадруты лучше, я похилю лучше. Там дамаг так в три выхилим, в принципе. Давай ты его ДД. Крестик направо, черепочек налево, да? Просто с рейда, и то, и то. Только если черное. Если сердце зальем до того, как он его обратно возьмет, значит хэм будет. Если будет хэм, то черное подальше, метров на 20 от людей. А белое не обязательно далеко. Там у ешка всего 8 метров или 6. Радиус небольшой. Метки просто поставь. И с нее будет выходить искра, искру надо заливать будет. Да не надо никакие метки. Просто вынести. Не обязательно какое-то направление. Не, я имею в виду, начнут выносить светлую к темной. Там без разницы. Ну давай бьем, короче. Короче, на 75% выпадает сердце. На него будем давать Геру и стараться убить его до того, как пройдет 40 секунд. Владнига, выноси. Все, давайте Геру фулл ДПС по сердцу. Пошел хэм. Это вот закливайте просто побочным уроном. Так, выноси только недалеко. Поближе, к нам вернись поближе. Куда ты пошел? Ты в Долоран пошел? Он не в Диси просто. Вот там искра выходит, видите? А вот которую я выношу, ее как раз вот сюда надо выносить подальше. Потому что появится лужа. А если там кто-то рядом стоит, то будет этот, ну, затянет лужу. Темное подальше, светлое, в принципе, на... Яночка, выходи. Да. Яна вышла, не? Закрыть, да, а то... Там немного искру начал. Катрисе вынес. Не оббегай, не делай крюк от хилов, делай крюк к боссу, сразу иди. То есть, когда черную лужу выносишь, сразу направление Изан, на босс. Подожди. Крюк заливать. Да ебан, топа же выноси. Дай там какой-то сейф на себя, что-то далеко уж. 50 на 50 какой-нибудь. Пен выноси. Бать, ну озвучка прикольная. Ультрадру реса его. Ультрадру реса его. Фризан выноси. Искру. И не олова. У тебя что, не бабло? Ничего нету, что отражаться вообще. И не ола, ты ушел куда-то туда, где. Танк выноси. Где нету хилов. Вот вы когда выносите, вы думаете, ну, достанут до вас хилы или нет? О, один осколок. Да, круто. Изи волонер. Первый, да, за сегодня? Да. Я его, наверное, полтора года не собирал. Теперь у меня их 10. Смотрите, что там, штаны надо кому-то. Короче, на хантеринга поскидываю. Давай. Распыл. Куда летит? Вестибюль. Так. А чё, комбат висит? Ну, потому что лужа тут.
По-моему, на минуту лежит. Сейчас лужа пропадет, тогда комбат спадет. Ну или сдохните на комбат. Да вспомните, сколько я там за боссов писал. Боссов, по-моему, тут 14. Так, сейчас посмотрю. Кстати, я собираю волонерку. 14 боссов. Так, ну это получается по 200 босс, а алголовый по 300. Да. Слышь, что говорю? Ну, войду, я думаю. Волонерку войду собираем? Да, да. Он-то точно не ливнет. Добрый вечер, день, времени суток. Добрый. Интересно, эта лужа бесконечно лежит? Казалось бы, вроде минуту должно. Ну ладно, хуй с ним, две минуты, но уже прошло время, сколько? Нет, это последняя, которая, это я выносил, он упал. Она после этого только прохнула. Я вот не помню, она две, наверное, лежит. Сейчас, подождите. Или бой пропадет, или лужа, я хуй знает. Юля, мне шмот отдали, тебе что надо? Там кольчуги не было? Она хочет. Что она хочет? Вы закрываете или в обычном? Они флудит ее. Так, мы в рейде пока... Юля, что тебе шмота надо? Релик? Сейчас. Ладно, попробую сдохнуть, потому что, наверное, это уже бесконечное. Да умирайте, я сумону сейчас. Я кофейку налью. О, топа. В Клидринг там была кольчуга какая, нет? Не. А, ну все. Этого босса не было. Латы. Буду тогда этот здесь собирать в льде сет на трансмок. Кстати, прикольно, сетики падают. Тут да, на ханта прикольно. Было бы прикольно, если его сейчас болтаем, когда Ульдуар Гер выйдет, и он тоже героическим станет. Как раз тактики поизучайте, там же ульда будет и десятка, кстати. Героическая это? Да. Ну да. Там так, тоже неплохой. Рога ушел, который. Как его называют-то? Ишидорка, да. По-моему, в DC нету его. Сейчас посмотрю. Да, он просил DC ушел. Ну, я чат не видел. Ну, за DC надо обращаться к этим консулам. Я не видел, что он просил DC. Перебьем, что я написал. Лучше будет. Да, ответственно. Там на полу метка появляется, из нее надо выйти. Да, классно. Заебали. Так быстро сливайте, я заебался печатями. Череп поставил. На собрании? Эх, у всех да бы такой ДПС. Слава. Посмотрим. Так, 4 босса мы банули. Так, а что у меня ключ тут есть? Ой, я знаю, на кого бог пошлет. Блять, у меня только собачка. Вот она месть. Мне уже известно написано.
Это месть за сумку. А, кстати, кто-нибудь крутил сундуки после обновы? Там сетка падала кому? Кто падала? Суя, там вот анонс был, что типа добавили сую в сундуке. Кто-нибудь крутил? Кто это вообще, блядь? Плохо слышно. Очень хуево слышно. Что-то сундуки крутил, а что падало, не слышно. Вот это было неизвестно. Трини, ты имеешь в виду с ВК 25-ки? Наши соло накрутили. Повыбивали. Этот. Для большого последнего? Да, можно. Этот самый, я вот не знаю, надо в танк или нет. Давай, блядь. Там просто надо будет это... А, ну да, два танка. И чтоб Ханс спиздил. Короче, холидринг с диспелишься, Вилаш, когда этот будет у него дебаф вешаться. Чтоб хилы не отвлекались, чтобы его не проебать. И Вилаша, короче, среднего большого танчишь. Сначала убиваем мелкого, черепок. Потом среднего бомбить в конце большого. Так. Как дебаф называется? Я сейчас сразу воду добавлю. Слава. Ну, надо открывать книжку. Надо релогаться. Так, 45 минут в рейде. Пока что скучно не становится. Я просто немножко приболел. Надеюсь, скоро поправлюсь. Будет повеселее. Надо вспоминать какие-то веселые моменты, чтобы было веселее в этом рейде. Вроде бы красиво, но как-то скучно. На кошатнице будет веселее. Но все равно пахнет, как ты говорил, да? Да не, пока не пахнет. Это будет пахнуть, когда голову Мимирона выбьем, тогда будет пахнуть. Пока что немножко не то. Плюс ноль пойдем на йога. Не в этот раз. Пометку кидает. Сначала плюс 4. Надо гиену позвать, тогда веселее будет. Если бы он еще в DC говорил. Такс. Так, я релогнулся. Так, открываем приключения. Открываем сталелом. Как же называется дебаф? Называется энергетический удар. Вот. Энергетический удар? Да. Он наносит 14 тысяч урона от оружия и дополнительно 15 тысяч. Короче, 30 тысяч урона наносит. Ну, на танке появляется, как только он замахивается. Вот тебе нужно будет, Вилаш, это здесь полить. Так останусь, если Вилаш, да? Нажимаешь панцирь, то он в панцирь уходит, он не вешается, магический дебаф. А следующие два там, то будут они вешаться, их надо будет диспалить. Ну, короче, первого маленького заливаем. Черепок. Его держит блудника, а Вилаш остальных двоих. А можешь? Прикольно, у меня его нахуй не видно. Дайте по топе просто баф. Что можешь? Танков и по войду пристабав тоже дайте из бафов. Блять, надо походу в натуре тоже вуду скачивать. У меня, блять, багаются эти панельки стандартные. Ляночка ничего не писала. Ляночка вылетела что-то. Ну, видимо, вылетела. А, вот. Дошла. Хуй это. Еще раз проверка. И Нёла, тут дамаг очень большой будет, когда последний большого будем бить, так что готовьтесь хилить. Если хуёво будет по ХП, сразу гимн на ХП давай. Если, ну... Чё эти... Ультрадру хила.
Ультрадрухи вас пекать. Погоди, сейчас пекнусь. Вау. Чего? Говорю, будем, чтоб ханты баф воровали. Что, диспелить надо с кого-то? Не-не, короче, когда средний вот этот будет умирать, тебе надо будет стаунтить большого. На тебя баф, короче, повесится, ты вырастешь в размерах, и урон вырастет. Это может сделать... Это может сделать... Это, в принципе, любое может. Вообще, это не обязательно делать, потому что мы и так его зальем. Но в Гере это надо будет делать. Из большой зеленой уже выходим, в синий стоим, увеличиваем своим урон. Ну, давай я сделаю, блядь, хули. Ну давай, я посмотрю, в следующий раз я попробую. Ну то просто с подручней. Яночка-то готова, нет? Что там, нужны люди? Да, заходи. Конечно. Кем, хилом, танком, да? Всем. Бичом. ДКшником. А, ДКшником? Да похуй, но, ну, значит, во второй ДКшником пойдешь. Окей. Пока ДПСером. Ретрика спекайся. Угу. Шкафа нету, у нас локов кашет. Что-то нету ее. Не прогружает. Ладно, попробуем. Бладнига, ты тут? Да-да-да, сейчас он обойдет этот пиздюк, я его заберу. Да не надо, просто заберешь и все. Давайте отчет даю. Есть синтек, бичоган, все молчит. 3, 2, 1. Вот только разведите их. Рокшейн там частицу обнови на это. На Иваш. Все, мелко объем. Выведи ваши службы. В синюю лужу заходим. Вот сюда заходим, чтобы дамага больше было. РДДшники желать. Не здесь полил, да? РДДшники и милики тоже можно. Только если бы босса подводил танк. Теперь Савилаша забирай среднюю. Добивайте черепок. И забирай среднюю. Она просто под первую это, зеленку прожала. Выводи большого Вилаша, оттуда то убьет. Подведи так, чтобы милики могли в синюю встать. Когда только босса на край синий поставь, чтобы он поменьше по тебе бил. Все, все, выходим, выходим все на рейндж, набираем рейндж. Сейчас будет синяя и зеленая. Зеленая лужа, с нее выходим. Выходим по массакру. Возвращаемся к синей луже. Ставь туда босса. Добиваем среднего. Сейчас еще одну. Щит спиздить. Магия или кто там щит спиздить? Не диспелится у меня, Хантон. Так. Все, теперь Геру фул ДПС по-большому. Забрала Юля. Давай. Так же можно? Давай не зыбку, Юля. Выходите с синей метки, на рейндж разбегайтесь.
Забери блуднига. Еще и добиваем. Спел. Отойди от всех и сейчас. Да я знаю, сейчас сдохну, блядь. Плечо одну снова ханту закинь, пожалуйста. Так, что это? Гомеча. Какой-то диск. Кинжал. Это квест на Алгалона. Это квест на ключ. Алгалона. Так. Я не помню, есть у меня квест. 10 секунд еще до риска. По-моему, нет, напали. Кинжал кому надо? Маги, дай мне. Все. Хотеть на трассу. Кому кинжал? Топи на трассу. Вот ты мне обмен даешь, синтек, блядь. Что надо? У меня тут ключа нету на Алгалона. А есть у кого в рейде ключ на Алгалона? Ну вот там диск выпал. Вот сейчас сделаем. Диск это еще квесты делать надо. Будет сделан. Так он, по идее, здесь и делается. Второе ключо у призана. Я кульдринку, по-моему, дал. А, ну, значит. Я уже прилетел сам по итогу в инст. Что там опять писанина какая-то в чате. Ну потом обсудим всю эту тему. Чара не бомбует. Не читал, много там написано, нет? Что-то какие-то пухи без ГП. Может просто тогда и ГП отменить. Ну он про то, что... Ну, челам собирают без ГП, типа всякие там волонеры, шемы, уха и так далее. Зиндек, да это точно бич. Обычные челы, которым типа пухи нужны. Как можно было проебать? Чтобы они лутали без ГП вообще. Ну, бля, тема в том, что эти легендарки есть просто. Если бы они были бы на всех, то делали бы всем, типа, условно. Ну да. Ну так это, ну, это баланс, мне кажется. Чтоб там, ну, условные даггеры, там топоры кому-то нужны. Они просто так их лутали. Ну, вы так говорите, как будто тот же вар с ВХ, ой, блядь, с ИШМом, но залутает твой, типа, даггер. Он не в гильдии, чтобы получать без ГП, а мы уже в гильдии сколько сидим. Ну, прикол в том, что челы, которые легендарку собирают, они не теряют в приоре. А те, которые обычные люди, теряют в приоре, потому что они лутают за КП. Я про это говорю. Теперь понятно? Так, бить надо точечно только... Дай маги на этот столик. Синтек у нас до понедельника не мой теперь. Да, как-то тихо без синтека. Ага. О, телефон же где-то проебал. Ну и хорошо. Мардаун там не скоро придет, надеюсь. Надо сюда рависта, чтоб попел. Немножко тишины хотя бы будет. Так, это самое. Вилаша на боссе. А чё у тебя со шмотом? Чё-то хп мало. Блудник рядом с ней стоишь. Бьют все босса непосредственно. Руки не трогайте. Как только три человека в руку возьмет вправую, она подписана правая, вот звездочку поставил. Надо будет ее побить. Но не разбить, а просто подбить немножко. Каждая рука, когда умирает, вызывает 5 мобов. Мобы шотнут рейд. И каждая рука, когда умирает, отнимает 15% хп боссу. На 30%, на 40% хп босса можно будет разлить две руки и умрет босс. Поэтому играем точечно в туловище, а когда надо, будет руки добьем. На туловище кто? Аиш, да? Да. Или тут без разницы? Ну, без разницы, но она будет на туловище. А вниз не свалитесь. Да, вниз только не свалитесь, в пузо туда не идите, там обрыв. Там упадете, умрете. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, будет луч еще от него, надо будет отходить.
счетов весь рейд по КД. Сейчас вот подбейте звездочку. Три человека, чтобы освободить оттуда. От луча просто убегаем. Когда руки вы... Все, теперь обратно босса бьем. Руку уже не трогаем. Сколько у руки хп не вижу? Половина. Чуть меньше половины. 50. У обоих по 40. Слава, посмотри, правильно лучше. Все, начинайте кливать и то, и другое. И босса, и руки. Все, хуярьте просто, похуй. И руки. Все, теперь, теперь да. Звезду все свищните, чтобы три человека освободить. И вторую руку тоже убивайте, и босс умрет. Нихуя швырнул. В стену кидает. Нихуя себе босс. Только петы морские не бьют. Когда-то был проверкой ДПС рейда, а сейчас просто так себе. Да, колдовской камень, я такой лутал на рейд река. Это мне. Ага, сейчас. Цена подает, конечно. Да, он хуйню дает. Он тут в героике, знаешь, какой сильный, это вообще топ-тренер. КД 2 минуты. Ну, прижимай 2 минуты. Кому надо этот камень? Давай, я заберу. Не, в Гере он тут другой. А, в натуре отдай его, он может это, и влаши на это, на робота. Давай дадим, может поможет. Да я просто сказал, типа, мне не нужен. Да, идол, пожалуйста. Как-то прикольно, камень. Опа. Так. Героическая версия, он вроде не прижимной. Там мобов ведите и отворачивайте спиной к рейду. Он кошатницу сзади. Кошатницу не агрите. Заходите за стенку от мобов. Перед лицом мобов не стойте, вы задохнете все сейчас быстро. Смотри, минус пол рейда. Заведи мобов подальше, встаньте, ну, либо туда, за спину мобов встаньте. О, Бен пришел. Сейчас, после мобов, шкаф поставьте. Второго моба доливайте, который в шоу. Надо одновременно убить. Жмыхнуло. Нормально, прикол, ну, такой. Там такой прикол, что мобов надо убивать вот этих парных одновременно. Да, их одновременно. Если не убиваешь. Если убиваешь по очереди, то один усиливается. Вот он вызывает сверку, а сверка уешь. Есть. И сразу шкаф ставьте. Стоит уже. Тебя забрали уже ноги? Кольчужный. Я их хлодринку, по-моему, отдал. Да, я видел, что ему. А тебе да, еще на раз. Уже распалил. Чего? Кого? Мы сейчас кошатницу убиваем или на ходи идем? Кошатницу. Поставь там три метки, треугольника. Константин, не пыли, пожалуйста. Пока не пыльте, забафаемся. Мобов еще побьем. Отойдите назад. Может и Хадира пойдем. Да Хадир полегче, по-моему, кошатницы будет. Без шаманов. Пошли на Хадира. Кошатницу на 9 жизней сделать, да? Не, это... Чухор, гроба не надо.